1789 сочинских выпускников писали сочинение или изложение в единый день, 3 декабря. Темы школьники узнали за 15 минут до начала зачета. Самой популярной у выпускников города Сочи стала тема о войне. Ее выбрали 789 выпускников. Сочинение, посвященное 200-летию со дня рождения Лермонтова, написали 330 школьников. 382 выпускника выбрали тему любви. Проверяли работы школьные комиссии, в которые не входили учителя, работающие в выпускных классах. По итогам проверки более 96% сочинских выпускников получили зачет. 66 одиннадцатиклассников, получившие неудовлетворительный результат или не явившиеся на экзамен по уважительной причине, смогут написать итоговое сочинение 4 февраля или 6 мая. Результаты итоговых сочинений могут быть учтены вузами. По усмотрению учебного заведения к имеющимся баллам ЕГЭ за сочинение может быть добавлено до 10 баллов. Порядок учета этих результатов указывается в правилах приема, утвержденных вузом самостоятельно.